9 января при главе администрации города состоялась общегородская планерка с начальниками структурных подразделений администрации, руководителями организаций и предприятий города. Основным вопросом совещания стало подведение итогов проведения новогодних и рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий. Всего в Новочебоксарске в период с 21 декабря по 8 января было проведено более 250 мероприятий, участниками которых стали около 30 тысяч человек. Так, в традиционно костюмированном шествии Дедов Морозов и Снегурчик приняли участие более 2500 горожан. С 25 декабря в Ельниковской роще для всех желающих работала резиденция Деда Мороза. За это время более 700 детей смогли побывать в гостях у главного зимнего волшебника, получить сладкий подарок от Снегурочки. Самое массовое мероприятие состоялось в новогоднюю ночь на Соборной площади. 1 января здесь собралось несколько тысяч горожан на новогоднее представление, главными героями которые стали сами новочебоксарцы. Особая роль в организации содержательного досуга отведена учреждениям культуры и дополнительного образования. В период новогодних каникул в учреждениях города для детей и подростков были организованы театрализованные новогодние представления. Во Дворце культуры «Химик» для детей дошкольного и младшего школьного возраста состоялось 13 представлений «Ух ты, пух ты, Новый год». Об обстановке в городе Новочебоксарске за минувшую неделю доложил начальник управления по делам ГУЧС Новочебоксарск Алексей Ермаков и заместитель начальника городского отдела полиции МВД России по Новочебоксарску Сергей Воробьев.